Всем привет, с вами Лего Crazy Motion, и я решил все-таки узнать, что же это за такая непонятная игра про мини-фигурки на сайте Лего. Я ее загрузил, и вот меня встретил такой вот непонятный экранчик. Пишет мне: выберите вашу стартовую команду. Я, честно говоря, в эти игры не играл уже очень давно, не представляю, что делать, не знаю, что означают эти значочки. Нужно выбрать стартовую команду, значит, пчела, римлянин. И гадалка мне не нравится. Не знаю, что я буду делать, но давайте мы остановимся на злой пришелец, капитан и Мерлин Монро. Так, тоже не подойдут. И здесь одноглазый циклоп, женщина-эльф и ассенизатор. И тоже мне не нравится. Черт. Ну, ладно, остановимся все-таки на римляне. Римляне мне больше нравится. Значит, у меня будет какая-то пчелка с непонятными значочками, римлянин с непонятными значочками и гадалка с непонятными значочками. Подтверждаем. Выбрали эту команду. Punctual, Pungent, Sub. Это имена, что ли? Первое имя Punctual. Это вообще на название слабительного похоже. Sub. Sub это слово subscribe, что ли? Подписывайтесь. Да пофиг, ладно, пусть будет. Не знаю, что это. Итак, заходим наконец-то на игровую площадку. Посмотрим, что же это за игра, которая уже который год присутствует. А я даже понятия не имею, что это такое. Странно, я фанат Лего, если даже не знаю про эту игру. Можно держать Shift и атаковать без движения. Да, кстати, собственно, основная причина, почему я решил сейчас загрузить, вроде я по компьютерным играм-то небольшой специалист, точнее вообще никакой. Я просто хочу проверить, что это за код, который выпал у меня с мини-фигуркой, и куда его надо вводить. Пока никакого поля подобного я не видел. Ну вот, сейчас загрузится, я посмотрю, что это за игра. Может быть, кто-то из моих подписчиков тоже не знает, что это за игра, заодно и посмотрим вместе. Для меня тоже все очень в новинку. Пока почему-то до сих пор грузимся. Так, ну и что? Игра загрузилась у нас. Давайте теперь посмотрим, что у нас есть тут. А тут у нас есть римлянин. Вот, значит, мы... Чтобы в этой игре немножко разобраться, я пробежался по первому уровню. Пока я понял, что игра достаточно примитивная, то есть, видимо, совсем для... Но еще для тех, кто не может играть в какой-нибудь World of Warcraft. Значит, хоть посмотрим, что это за купон. Redeem Code. Ну, наверное, сюда нужно ввести его. Наверное. Пока не знаю, нажал, ничего не происходит. Ну, предлагают подписаться за 30 евро. Спасибо большое. Как-то не хочется. Подождите, это все не то. Зачем вы меня сюда завели? Мне нужен всего лишь... Что, не даете вы мне? Как же купончик тут ввести? Какая-то дурацкая игра. Так, не хочу я. Ладно, давайте пока пройдемся. Что я понял в этой игре? Понял, что надо все бить. Все собирать, что дают. Что-то игра подтормаживается. Ничего себе это. Сейчас мы должны сломать ноги. Или мост. Нет, не сломалось ни то, ни другое. Игра пока достаточно однолинейная, то есть вариантов у нас нет. Мы все время идем в одном направлении. Вот этом. Привет, я ждал тебя. I've been waiting for you, Obi-Wan. Нет, не он, нет, говорит. Мы, мини-фигурки, встречаемся каждый день, чтобы отпраздновать нашу дружбу. Интересно, сейчас тебе мечом дам по голове, будь тем другом. Мы хотели поприветствовать тебя на вечеринке в твою честь, но похоже, что все отсутствуют. Ну, чё, я-то есть. Привет, привет, парень, видеоигра. Где все остальные? Привет, ваш баклер. Не знаю, что такое, без понятия. Мы только что прибыли, и странно, что никого еще нет. Это действительно странно. Похоже, что это пахнет приключением. Мы должны найти потерянных друзей. Сейчас начнется, видимо, сериал Lost, для тех, кто знает. Почему бы тебе не прийти, не пойти со мной в пиратский мир? Мы могли посмотреть твоих друзей там, своих друзей. Да, пошли, ура, побежали. Кто-то, не знаю, но пошли. Я же такой доверчивый. Итак, начинается квест в пиратском мире. Увидимся позже. Ну, давайте, пойдемте. Вот и свет в конце туннеля. Жизнь была такая короткая. Да, хотим в пиратский мир.
Вы что, издеваетесь? Вот я же именно это имел в виду. Вот это мне и нужно ввести. И где? Чего вы мне рекламу-то показываете? А, то есть нужно нажать на тележку, потом, не понимаю, потом это, потом это, потом это, потом это, и что-то будет это. Ладно. Ладно, посмотрим. Во! Ну, наконец-то. Так, вводим. Код, который я только что открыл с фигуркой. И это точно, это она. Клевая фигурка. С ней мы и продолжим. Вот это уберем, пожалуйста, непонятно что. Ну что, все. Давайте поиграем, хватит. Итак, у меня теперь команда. Так, мы собираем кристаллы. На кристаллы потом в магазине можно будет что-то покупать. Ну и что, и куда идти? А, понятно. Побежали. Стреляй, 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 стреляй. Почему мы стреляем, всех мочим? Карта показывает, куда идти. Кому так, давайте... У меня там открыто очень много вкладок, но поэтому игра подтормаживает, потому что вообще-то странно, не должно он такой ерунде тормозить. Мочим, стреляем, обезьянка, я из Гринписа, я хочу тебя убить. Ладно, я пошутил, я не из Гринписа. Что-то какой-то щит я непонятный взял, что он дает, если бы знать. Бластер Сторм. Сейчас что-то будет, я нажал какую-то кнопочку и... И ничего не произошло. Ладно, переходим дорогу. Ну, я правильно понял, что вся игра будет тут именно вот такой? А где же трудности? А где же приключения? Ходить, добывать монетки. Так, захватывающе. Так. Мало то, что нас никто не убивает, так нам еще и жизнь дополнительную дали. Построить стену и... Ой, построить пушку и сломать стену. Ну, давайте, ломать не строить, это мы можем. Ой. Что здесь происходит? Ничего, убивать я вас пришел. Зачем ты уничтожил нашу стену? Что стена сделала тебе? Не знаю. Вначале пришли какие-то островитяне, а потом пираты и исландцы пришли. Потом призрачные пираты, а теперь еще ты тут. С меня достаточно... Вандалов в тюрьму бросьте. А почему я их не убил? Сэр, ай. Ну и что? Я попал в тюрьму. Ну с какой стати? Я всего лишь с пушки бахнул по чьей-то собственности. Фигня какая-то. Так, я получил награду за то, что что-то сломал и попал в тюрьму. В тюрьму я попал прямо с оружием. Ну это обычное такое дело, когда преступника в тюрьму сажают, ему оставляют все его оружие. И, видимо, в тюрьме мне нужно кого-то убить дальше. Ох, правильно, в тюрьме развлечение какое, мочить все. Ко мне идет старый пират, тоже с оружием. А, очнулся. Я не понял, что меня вырубили эти три сморчка. Меня зовут капитан Пит, я пират. Ну, хорошо. Спанч Боб. Так, мне надоело здесь, давай отсюда валить. А я только пришел, мне здесь нравится. Ты выглядишь достаточно крепким. Помоги мне сломать эту стену. Поможешь? Опять стену ломать? Да меня же опять посадят.
Я и так уже суд. У меня два срока будет. Я уже рецидивист. Опять стену ломать. Ну, давайте сломаем опять стену. Я знал, что ты можешь это сделать. Да и я знал, что я могу это сделать. Так, что он еще поговорить хочет? Такой разговорчик, пират. Каналья. Тысяча чертей тебе в глотку. Так. Ну, короче, мы разбежались. У нас у каждого свое будущее. Так, еще стену ломаем. Да что ж такое-то? Наверх. Ну да, теперь давай убивать их. Вот там я их не убил, теперь здесь давай убивать. А ну-ка. Стрелять он вздумал. Так. Во, мини-боссы. У них больше здоровья и могут сделать больше вреда мне. Ну, давайте посмотрим на мини-босса. Ну что, а, сердце надо... А, мочим его, мочим мини-босса, мочим мини-босса, мочим мини-босса, мочим мини-босса. Где мини-босс? Где мини-босс? Где мини-босс? Где? Нет мини-босса? Все, мини-босс кончились. Так, мне можно коллекционировать какие-то кубики, которые потом мне понадобятся для того, чтобы что-то строить. Ну, давайте все вокруг мочить, искать кубики. Я понял тебя. Все, все, разбили, уходим. Настоящие вандалы. Ну что, идем куда-то? Ну, идем куда-то. А, мы сбежали. Я знал, что у тебя есть пиратский дух. Знаешь что, приятель? Если тебе нужен будет корабль, найди меня и мою команду. Мы можем поплыть куда угодно. На остров Вулкана, понял? На остров Сокровищ. В общем, короче, куда хочешь. Все, что нужно. Только найди меня в пиратском городе. Так, тут зевают два солдата. Просыпайтесь, слепоголовые. Сбежали пленники. Так, это место наполнено мундирами. Пора разделиться и валить. Встретимся в пиратском городе на другой стороне острова. May your wind blow strong. И пусть ветер дует там тебе куда-нибудь крепко. Короче, may the force be with you. Да прибудет с тобой сила. Новая цель. Достичь острова там какого-то там. Соберем кристаллики. Ну, я думаю, что, в принципе, на этом можно остановиться. Я понял, что это за игра. Идея ясна. Если вдруг появятся желающие, я могу отдельно записать это на каком-нибудь другом канале. Вряд ли вы, я думаю, захотят увидеть... Вряд ли, я думаю, у вас будет большое желание увидеть летсплей на анимационном канале с обзорами до кучи. Хотя, не знаю. Может, найдутся такие желающие. Короче, ладно. Если будет много желающих, да запишу еще пару этапов этой игры в другом видео. А пока, наверное, все. Представление я составил. Вы тоже. Теперь все мы знаем, что это за игра. Знаем, куда вводить код. Что примерно из этого получается. На этом остановимся. Все. Спасибо, что посмотрели вместе со мной. Мне самому было интересно узнать, что это такое. До новых встреч. Пока.